Этап Кубка мира проходил на базе Югспорта в эти выходные. Сочи уже в третий раз принимает фехтовальщиков-саблистов со всего мира. В турнире Кубок Черного моря участвовали юноши и девушки, юниоры до 21 года, а в их числе победители, призеры чемпионатов Европы и мира. Всего более 170 спортсменов из 20 стран мира. В международной системе отбора данные соревнования являются первыми отборочными соревнованиями среди юниоров для попадания на мир, для квалификации. Таким образом, поэтому, в принципе, мы имеем такое количество участников, представителей стольких стран. И также из-за того, что в прошлом, за прошлым году все было проведено также на высоком уровне, к нам приехали такие команды даже с двумя-тремя пересадками, не побоялись. Состязания в Сочи стали успешными для российских саблистов. Так, Анастасия Шорохова и Алина Ключникова завоевали серебро и бронзу в личном зачете. Среди юношей самым лучшим результатом стало 9-е место Кирилла Тюлюкова. Ну а в командном зачете среди юношей россияне заняли 2-е место, один удар уступив французской сборной в финале.